Добрый вечер! Алексей честно сказал, если не будет золотой медали, ни на какой скайп, я с вами не выйду, на звонке отвечать не буду, так и знаете. Золотая медаль есть, Алексей, добрый вечер! Алексей, привет! Добрый вечер! Микрофон там. Здравствуй. Алексей, вопрос, на самом деле, который мы задаем, он касается прежде всего эмоций, потому что совсем недавно завершился поединок, вне всяких сомнений, вы его смотрели. Со стороны казалось, что вроде бы ничего особенного, сделали то, что и должны сделать. Вот как это воспринимается с точки зрения человека, который видит, как готовилась Соня, к чему она готовилась, как она к этому шла, ведь все-таки первая золотая медаль столь долгожданная. Ну, на самом деле, действительно, мы только видим уже плоды, которые они пожинали. А сколько она прошла, сколько терпела, сколько нервов было потрачено. Действительно, это не передать словами. Сколько бессонных ночей и тренировок, я думаю, Соня сама расскажет, потому что... Вот как раз она сама не расскажет. Ну, на самом деле, я как спортсмен скажу, это очень тяжело. Просто очень приятно, что когда итог всего, да, это медаль. Любая медаль, но сегодня это золотая, это вообще, ну, я считаю, это... Ну, по заслугам, я бы сказал. Я просто хотел поздравить не только Соню, но и всех девочек, которые ей помогали. Они действительно очень много сделали для страны, для себя. И вписали свое имя, очень скажет, ну, надолго.